Приветствую вас, друзья, с вами Роман Парфенюк и канал «Все о монетах». Ребят, в преддверии Новый год я хотел бы вам показать и посоветовать одну очень замечательную монету Украины в праздничной упаковке. Эта монета посвящена новогодним рождественским праздникам, веселому и радостному периоду, отличающемуся своей особой обрядностью, богатством фольклора, этнографической самобытностью. Новый год – это не просто канон новых 12 месяцев. Это еще один из древнейших и загадочных праздников, ожидания и празднования которого связаны с миром добрых сказок и магии. В общечеловеческой культурной традиции это событие, что на протяжении веков отмечается во всех странах и на всех континентах. В Украине новогодние рождественские праздники имеют особую длительную историю, богатую разнообразную атрибутику, а также сохранность древних традиций. Итак, друзья, давайте посмотрим внимательно на эту монету. Очень красивая монета с использованием темпа печати. Вот видите, на реверсе монеты изображена цветная рождественская звезда с использованием, повторяясь, темпа печати. Один из символов народного обряда – колядование, древнего символа солнца, огня и тепла. Вокруг звезды надпись «С Новым Роком, Торезвом Христовым». Ребят, эту монету даже можно купить на Новый год, как на подарок. Вдвойне приятно будет эта монета еще по одной причине. Это будет не просто как подарок, но это еще можно рассматривать как инвестицию. Я эту монету приобрел в 2018 году, как только она вышла. Приобретал ее, ребят, за 60 гривен. В Нацбанке. На сегодняшний день эта монета уже на рынке доходит до 250 гривен за единицу в праздничной упаковке. На аверсе монеты на зеркальном фоне размещены вверху надпись «Украина», под которым малый государственный герб Украины. В центре три ангела. Слева год чеканки монеты 2018, внизу номинал 5 гривен. По кругу стилизованное изображение снежинок и звездочек. Логотип банкнотно-монетного двора Национального банка Украины справа. Характеристика монет. Монета Украины номиналом 5 гривен. Оригинальное название – до новоречных свят. Это относится к юбилейным монетам Украины в капсулах НБУ. Год выпуска – 2018 год. Материал, из которого выполнена эта монета – Низельбер. Горд ребристый, тираж данного экземпляра 50 тысяч штук, масса 16,5 грамма, диаметр 35 миллиметров. Ребят, эту монету можно приобрести, я опять же повторюсь, я не жалею, что приобрел, как в виде подарка к Новому году. Это очень будет приятный, памятный, своего рода ценный подарок. Приобрести можно монету эту также в группе, в которой я состою. Группа эта у нас находится в Фейсбуке. Называется «Монета в хату». Администратор Сергей Городищев, с которым я уже не раз срабатывал, получал от него очень красивые и достойные монеты, заказываю у него очень часто. Ребят, рекомендую как порядочного, честного продавца. Ссылка на группу будет в описании под этим видео. Рекомендую посетить. Также ссылку укажу на профиль Сергея под этим видео в описании. Монета очень красивая, красочная, яркая. Сейчас еще раз я открою, посмотрите. Очень красивая. Ребят, ну, в свою очередь, хочу поздравить вас с наступающими новогодними и рождественскими праздниками. Хочу пожелать вам, в первую очередь, это же здоровья, благополучия вам, вашим близким, семейного уюта, достатка, любви. Самое главное, ребята, здоровья.
На этом буду заканчивать свой обзор. С вами был Роман Парфенюк и канал «Все о монетах». Ребят, буду рад вашим комментариям, отзывам. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии, лайки. Это будет меня мотивировать на будущие видеообзоры. Спасибо за внимание. С вами был Роман Парфенюк и канал «Все о монетах». Мирного неба вам над головой, друзья. До свидания.